для конкурса «Дети читают стихи» «Черный человек». Автор Сергей Есенин. Читает Наумова Анна. Друг мой, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над застывшим безлюдным полем, только кроща в сентябрь осыпает на мозги алкоголь. Голова моя машет ушами, как крыльями птица, ей на шее ноги маячит больше не ночь. Черный человек, черный, черный, черный человек на кровать ко мне садится, черный человек спать не дает мне всю ночь. Черный человек водит пальцем по мерзкой книге и гнусавит надо мной, как над усопшим монах. Читает мне жизнь какого-то прохвоста из-за булдыги, нагоняя на душу тоску и страх. Слушай, слушай, в этой книге много прекраснейших мыслей и планов. Этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов. В декабре в той стране снег до дьявола чист, метели заводят веселые прялки. Был человек тот авантюрист, но самый высокий и высший маг. Был он изящен, к тому же поэт, хоть небольшой, но хватистой силою, и какую-то женщину 40 с лишним лет называл скверной девочкой и своей милой. Счастье, говорил он, есть ловкость ума и рук, все неловкие души за несчастных всегда известны. Это ничего, что много мук приносят изломанные, лживые жесты, в грозы, в буре, в житейскую стынь, при тяжелых утратах. И когда тебе грустно казаться лучшим и простым, самое высшее в мире искусство. Черный человек, ты не смеешь этого, ты ведь не на службе живешь, водолазы. Что мне до жизни скандального поэта? Пожалуйста, другим читай и рассказывай. Черный человек глядит на меня в упор, и глаза покрываются глупой блевотой, словно хочет сказать мне, что я жулик и вор. Так бесстыдный нагло обокрашен. Я очень и очень много. Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над застывшим безлюдным полем, то как ночью в сентябре осыпает на мостки алкоголь. Ночь морозная, тих покой перекрестка. Я один у окошка. Ни гостя, ни друга не жду. Вся равнина покрыта мягкой и сыпучей, и звездкой. И деревья, как всадники, съехались в нашем саду. Где-то плачет ночная зловещая птица. Деревянные всадники сеют копытливый стук. Вот опять этот черный на кресло мое садится. Приподняв свой цилиндр, небрежно открыл сюртук. Слушай, слушай, хрипит он мне, а сам все ближе и ближе клонится. Я не видел что-нибудь из-под лицов так ненужно и глупо.
страдал бессовестно. Ах, положим, ошибся, ведь нынче луна. Что же еще нужно на поемную дрему Эмирику? Может, с толстыми ляжками тайно придет она, и ты будешь читать свою томную доглую лирику. Ах, люблю я поэтов забавно. Не всегда нахожу историю сердце знакомое. Как прыщавый курсистки длинноносый урод говорит о мирах половой, истекая истомую. Не знаю, не помню, в одной семье, может, в Калуге, а может, в Рязани, жил мальчик в простой крестьянской семье, желтоволосый с голубыми глазами. И вот он стал взрослым, там уж поэт, хоть небольшой, но хватит ты силы, и какую-то женщину 40 с лишним лет называл скверной девочкой. Черный человек, ты прескверный гость. Это слово про тебя давно разносится. Я взбешен, разъярен, и летит моя трость прямо в морду ему, переносицу. Месяц луны синеет в окошках свет. Ах, ты ночь, что ты ночь на коверк. Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один и разбитое зеркало.